Всем привет! Сегодня новая интересная подборка товаров для мужиков, которые могут вам пригодиться в различных ситуациях. А в конце, как всегда, конкурс с денежным призом. Хочу порекомендовать интересный канал Шопоголик Максим. Парень делает качественные подборки инструментов с AliExpress, а также на крутые и полезные вещи из Китая и автотовары. Парень очень старается, и у него это неплохо получается. Если вы посмотрите хоть один ролик, то не сможете не подписаться. Ссылка в описании. Паяльник – очень полезный инструмент, который довольно часто нужен. Но USB паяльник смотрится как минимум необычно. Паяльник достаточно функциональный и удобный. Работает от обычного USB, следовательно, можно использовать от пауэрбанка. Подключив паяльник в USB разъем, сразу осуществляется накал за 15 секунд до 480 градусов. Достаточно резвый нагрев, мощность 8 Вт. Пока вы им работаете, он находится в руках, температура накала не падает. Но стоит положить его на подставку, сенсорная кнопка отключает накал и паяльник переходит в спящий режим. Взяв его обратно в руки, практически мгновенно нагревается до рабочей температуры. Комплектация скромная, сам паяльник с одним сменным жалом, колпачок со сменным жалом, который может выполнять функцию подставки, кабель и железная подставка. Плюс небольшой бонус в виде нескольких сантиметров припоя. Цена 480 рублей, покупок более 100. Рюкзак для фотографа. В него легко поместится ваше оборудование. Причем после транспортировки оно будет в целостности и сохранности. В него влезает зеркалка и три объектива. Также сбоку можно разместить штатив, а еще его можно носить как на спине, так и с помощью защелки носить спереди, для того, чтобы можно быстро достать фотоаппарат и сделать снимок. На выбор есть 4 цвета, цена 1966 рублей, покупок более 300. Регулируемая подставка для ноутбука. Она имеет компактный размер и складывается в маленький мешочек. Работать с такой подставкой за ноутбуком очень удобно. Подходит для ноутбуков от 11 до 17 дюймов. Цена 1360 рублей, покупок более 600. Еще один эндоскоп. Связывается с устройством отображения по Wi-Fi. Смартфон можно удобно расположить на ручке. Разрешение 800x600, 1024x768 и 1280x720. Угол обзора 60 градусов. Можно использовать в ремонте автомобиля для исследования цилиндра поршневой группы. Сейчас клиенты любят, чтобы им не только рассказывали про их авто, но и показывали фото. Также можно найти применение и в других сферах деятельности. Цена не дешевая, 3860 рублей. Отличный пауэрбанк для вашего смартфона. Присутствует индикатор уровня заряда. Три выхода USB, один из которых с поддержкой Quick Charge 3.0. Например, Xiaomi Mi 6 заряжает с 0 до 100% за 40 минут. Другие два гнезда выдают постоянные 5 вольт 2.1, 2.4 ампера. Сам пауэрбанк заряжается около 8 часов, но зарядкой с поддержкой Quick Charge 3.0, которую также можно заказать в комплекте. В противном случае заряжаться будет гораздо дольше. Есть и минусы у данного гаджета, это большой вес, но тут ничего не поделать, так как емкость 28 тысяч мАч, цена 2400 рублей. Большой набор, состоящий из 100 бит и насадок под отвертку, подходит, конечно же, и для шуруповерта. Сами биты находятся в специальном красном пластиковом кейсе, в отведенных нишах, где жестко там фиксируются. Комплект весьма широкий, здесь есть и привычные крестовые, и прямые шлицы, торксы, шестигранники, многогранники и так далее. Самой рукояти, то есть отвертки, нет. Можно использовать любую со сменными битами. Если стандартной длины насадки не хватает, ее можно увеличить с помощью переходника длиной 6 см. Биты держатся внутри насадок с помощью вставленных в них магнитов. Цена такого набора 1100 рублей. Носки из материала CoolMax. Волокна CoolMax в сечении имеют необычную круглую форму и состоят из 4 каналов. Такая структура волокон позволяет отводить влагу с поверхности тела довольно быстро и сразу переносить ее на нужную поверхность ткани для дальнейшего испарения. Сохнут быстрее своих хлопковых аналогов, поэтому подходят для туризма и занятий спортом. Цена 520 рублей за 3 пары, покупок более 650. Отзывы положительные.
Отличная термосумка, которая может подойти как для лета, чтобы переносить охладительные напитки, так и для зимы, только для горячего чая и бутербродов. Вместительность 8,8 литра. В данный момент остался только розовый цвет. Синий, к сожалению, закончился. Цена 576 рублей, покупок более 100. Настенный держатель для телефона, который крепится возле розетки. Штука полезная, теперь не будет такого, что телефон некуда положить при зарядке и приходится класть его куда-то, чтобы на него случайно наступили или же задели шнур. Цена такого приспособления 230 рублей, покупок более 16 тысяч. Тканевая изолента. Применяется для изоляции проводки токоведущих элементов электрооборудования. Ее отличительная черта заключается в том, что она с легкостью может переносить большие температуры, благодаря чему часто используется рядом с источником тепла. Длина в мотке 15 метров. Цена 75 рублей, покупок более 600. Настенный держатель для бритвенного станка. Сделан из пластика, крепится на двухсторонний скотч. Теперь станок всегда будет на своем месте, а не валяться где-то в ванной комнате. Цена 95 рублей, покупок более 200. Следующий товар – это дальномер. Он имеет следующие технические характеристики. Диапазон измерения от 0,2 до 60 метров. Точность плюс-минус 2 мм. Комплектация, дальномер, инструкция, темляк и чехол. Кстати, чехол шит очень качественно. Он и удобен, и компактный. Сам дальномер небольшой, удобно лежит в руке. На лицевой стороне расположены 7 кнопок и дисплей. На правом боку расположился пузырьковый уровень и отверстие для закрепления темляка. Низ и левый бок пустые. На верхней стороне расположены лазер и линза. Вместе они позволяют осуществлять измерение расстояния. На задней стороне расположилась наклейка с краткими характеристиками и крышка отсека батареек. Дальномер работает от двух батареек формата 3А. Так, а теперь немного про функционал. Прибор может выполнять следующие измерения. Стандартные измерения расстояния, дистанция до объекта по прямой, вычисление площади и вычисление объема, а также есть вычисление сторон треугольника. Отдельной кнопкой можно выбрать, что именно в данный момент измеряется. Расстояние, площадь, объем или же стороны треугольника. Также предусмотрена функция вычета из измененного расстояния длины самого дальномера. Измерение можно проводить в метрах, дюймах, футах и так далее. При измерении загорается лазер, с помощью которого удобно прицеливаться к объекту, расстояние до которого надо измерить. При нажатии на кнопку Read лазер делает несколько коротких миганий и на дисплее отображается расстояние. Принцип работы такого прибора, как лазерный дальномер, основывается на изменении времени, за которое проходит луч до отражения и обратно. Такой принцип действия прибора позволяет не просто измерить расстояние, но и делать это с большой точностью. Электромагнитная волна создает лазерный луч, который отражается от рабочей плоскости. Луч возвращается в приемник, после чего осуществляется обработка информации. В действительности вся эта сложная работа занимает доли секунды. Нажал на кнопку, через секунду увидел результат на дисплее. Очень удобно, намного удобнее, чем измерять рулеткой. Цена от 1250 до 2200 рублей, все зависит от дальности измерений. Есть прибор на 40 метров, 60, 80 и 100 метров. Покупок более 500. Система для приготовления пищи в походе Fire Maple X1. Вещь хорошая, нужная в походах, решает кучу проблем на территориях, где нет дров или же жечь костры там, например, запрещено. В комплекте сама горелка, котел на 1,2 литра в неопреновом кожухе, чашка из приличной пластмассы, не пахнет ничем китайским, и в подарок чехол на газовый баллон. Баллон, кстати, нужно покупать отдельно, в комплекте он не идет. Стоит в магазине около 250 рублей. Вся система убирается внутрь котла при транспортировке. Вы можете туда и баллон положить вместо чашки. Все хорошо влазит и крепко сидит внутри. Вес в сборе около 500 грамм. Цена 2350 рублей. Покупок более 600. Органайзер для документов и карточек из натуральной кожи. Есть карман для паспорта, 7 отсеков для карт, также можно положить наличку. В общем, достаточно компактный и вместительный органайзер. Цена 680 рублей, покупок более 1500. Металлическая подставка под смартфон. Брутальный и надежный аксессуар. Простейшая подставка по своей форме. Сделана из листового алюминия.
На нижней части есть силиконовые ножки, чтобы не скользило. В отверстие сзади можно вывести провод для подзарядки смартфона. Сам держатель сделан в виде двух лапок, то есть разъем подключения зарядного кабеля мешать не будет. На выбор 5 цветов, цена 278 рублей. Покупок более 500. На этом все, а теперь конкурс. По традиции разыграем 200 рублей на счет мобильного или же вебмани кошелька. Условия: поставить лайк, написать комментарий и быть подписанным на мой канал. Результаты через неделю в группе ВК и на моем втором YouTube канале. Все ссылки в описании.